за чашечкой кофе вы наслаждались любимым ток-шоу, но не успели досмотреть до конца? Спокойно идите на работу, а чуть позже продолжите просмотр в уютном кафе за ланчем. Думаете, это фантастика или возможности далекого будущего? А нет, это будущее, которое уже наступило. Интерактивное ТВ будет с вами всегда и везде. Любимые фильмы, долгожданные премьеры, интересные телепередачи. Смотрите интерактивное ТВ на телевизоре, планшете, ноутбуке или компьютере. Но и это далеко не все возможности. С функцией мультискрин вы можете начать просмотр на одном устройстве, затем поставить трансляцию на паузу и продолжить на другом устройстве, ровно с того же места, где остановились. Я съедаю первый кусочек фильма вместе с овсяной кашей. Затем на встрече в кафе утром в ожидании коллеги я продолжаю смотреть на ноутбуке точно с того же момента, на котором остановился. Как видно, с мультискрин я всегда могу продолжать просмотр именно с того места, на котором нажала пауза, причем с любого устройства. И не в силах дождаться, чем же все закончилось, я смотрю окончание фильма на планшете по дороге домой, в метро или в автомобиле. Мультискрин не нужно подключать, он доступен всем пользователям интерактивного ТВ. Интерактивное ТВ – это новейший формат телевидения. Просмотр телепередач, фильмов и сериалов станет более увлекательным, а телевизор превратится в настоящий центр развлечений для всей семьи. Интерактивное ТВ – это более 200 телеканалов в цифровом качестве и формате HD. Комплект интерактивного телевидения состоит из специальной приставки и универсального пульта управления. При подключении услуги специалист компании не только произведет все необходимые настройки, но и покажет, как пользоваться услугой. Главным преимуществом интерактивного телевидения является не банальный просмотр фильмов и передач, а непосредственное управление просмотром. Перематывать фильм, который, допустим, закончился вчера, или записать его в отсутствие хозяина, а также можно выйти в социальные сети. Как устроить девичник или караоке-вечеринку дома, расскажем в следующем сюжете.